Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «Промень» при поддержке администрации города и Дома дружбы народов провели межнациональный праздник «Когда мы едины, мы непобедимы». Его основными задачами стало укрепление добрососедских отношений, раскрытие творческого потенциала народов Самары и сохранение культурных традиций. Мы едины духом, мы едины любовью друг к другу, мы едины форматом межнациональных отношений, мы едины народами, проживающими на территории Самарской области. В праздничную программу вошли песни на русском, украинском и белорусском языках. Во втором блоке воспитанники лицея технически показали спектакль «Гуси-лебеди». В зрительном зале собрались представители национально-культурных центров города, ветераны локальных войн, члены Самарского отделения Общероссийской организации военных инвалидов, а также учащиеся школ. Это мероприятие носит ярко выраженный, объединяющий, консолидирующий характер, объединяющий народы многонациональной Самары. Все те этносы, которые традиционно проживают на территории нашего города, объединяются в рамках подобных мероприятий. Специально к выступлению артисты ансамбля «Чаровницы» и «Добрые молодцы» подготовили костюмы с вышивкой национальных орнаментов, выполненные вручную. Олег Кузнецов, художественный руководитель ансамбля, рассказывает, что коллектив собрался 4 года назад. Пришла такая идея объединять в единую композицию, типа попури. Но это не просто попури, а смысловое попури. Песни разных народов. Ну, вот первые пошли украинские. Что их сливает? Ну, как бы единая душа. Душа дышит одним. На наш взгляд, песни, музыка – это вот дыхание сердца, дыхание души. Организаторы праздника отмечают, что переплетение фольклорных тем подчеркивает неразрывность культур братских народов России, Украины и Белоруссии. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.